Витаквити 1171 – небольшой электрический чайник с привлекательным внешним видом. Основная часть корпуса выполнена из керамики и дополнена пластиком, при этом одна сторона модели украшена рисунком. Максимальный объем резервуара 1,3 литра, а мощность 1800 Вт. Как и в классических заварных чайниках, крышка снимается полностью. Отметки минимального и максимального уровня воды расположены внутри. Нагревательный элемент закрытого типа изготовлен из нержавеющей стали. Использование керамики позволяет сохранять тепло в течение продолжительного времени. Индикация работы реализована с помощью светодиодной подсветки клавиши включения. Расположение контактов питания в центре основания дает возможность устанавливать чайник с любой стороны. Длина шнура 80 см, при необходимости его можно скрыть в отсеке подставки. Домашний дизайн электрического чайника Vitec VT1171 создаст атмосферу уюта на любой кухне.